я не хочу, чтобы вот наши отношения и наш разговор связан с тем, что один человек сказал в соцсетях, там, в ТикТоке или в Фейсбуке. Депутат парламента от нас! Депутат парламента от нас! Секундочку. Это не просто государственное лицо. Дайте, пусть человек ответит. Дайте, Андрей, отвечай. Потому что, давайте честно говорим. Честно. Если мы посмотрим, что говорит один, не знаю, там, человек в ТикТоке или в Фейсбуке, или, не знаю, в другом соцсетях, я могу вам, не знаю, там, тысяча показать, что говорят о нас. Не знаю, не вы, или и не только из ГГУ. Потому что мы свободная страна, у нас свобода слова. Хочу, чтобы мы, когда говорили насчет взаимопонимания между Кишинева, Гагаузии, Кишинева, Бельца, неважно, чтобы мы смотрели на то, что мы делаем, а не то, что говорят там в соцсетях, не знаю кто. Потом, мы никто... Никто вам ничего не хочет взять. Мы хотим, чтобы ваша Гагаузия, как все районы Республики Молдовы, развивались. Мы все хотим, чтобы это сделали. Да. Насчет закона. Никто ничего не взял с вашего закона.